На ремонте вот такой перфоратор Mastercraft MP-MB750E. Вот так вот. Значит, не включается. Разбираем. Я уже кое-что открутил. Значит, разбираем, откручиваем здесь для того, чтобы сделать ревизию механизма, снимаем сам механику, редуктор, и откручиваем здесь для того, чтобы посмотреть, прозвонить кабель и посмотреть щетки. Откручиваем и продолжим. Значит, эту крышку я открутил, и собственно причина в том, что не включается. Это щетки. Щетки вот уже вот в таком состоянии. Нету щеток. Вообще нет щеток. Ну, а для того, чтобы я здесь открутил 4 болта, для того, чтобы вытащить механизм, вот этот сразу отсоединяется. А чтобы вот этот механизм вытащить и потом вставить, нужно снять вот этот переключатель. Как он снимается? Здесь есть болт. Его нужно открутить. Ну, открутить хотя бы на... Ну, можно полностью, можно до половины. Значит, потом. Ну, он позволит себя... Вот в такое положение. Так у него фиксация вот этим болтом, фиксация дальше, вот так, и дальше не идет. Болт откручиваем, можно открутить вот так. Ну, в такое положение поставить. И когда он в такое положение стал, то его можно оттуда выковырять. И тогда не будет вот этот пыптик мешать вытаскивать механизм. Ну, собственно, можем теперь механизм вытащить. Посмотреть, смазать. Я смазываю шрусом. Старую смазку снять, она уже более-менее высохла. По сути дела, просто лежит на корпусе и все. И смазать для того, чтобы... Здесь, в принципе, нужно смазать, потому что вот эта шестерня уже немножко съелась. Сухая, без смазки. Ну, все остальное... В принципе, в нормальном состоянии. Когда вы ставите назад, точно так же, в обратной последовательности, ну, тут попасть куда нужно, вставляете до конца, ну, в этом случае, пытаетесь вставить до конца, вставили, и теперь... Назад ставите в таком же положении. Здесь вот этот пыптык, он должен на вас смотреть. Ну, то есть в таком же положении вставляете, утопили. И теперь чик, он там зафиксировался. Теперь нужно закрутить этот винт. И если вы закрутили винт, то он не даст, уже видите, не даст повернуться только в этом и в этом положении. Но я сейчас его снова откручу. Мне нужно поставить еще шарик, не забудьте про него. Ну, в моем случае нужно не только шарик, но и вот я вытаскиваю. У меня шарик остался, а пружинка сгнила. Я сейчас найду такого размера пружинку, поставлю. Ну и собираю. Купил новые щетки. Поменяю щетки. Щетки 6 на 9. 6. И с одной стороны прорезь. И цветок. И вот такой фиксатор. Вот такой вид. Если видно. Снаружи цепляется. Ну, в принципе, как и у старых. Да. Такой вид крепления. Собираю, продолжим.
Нашел я подходящую пружинку, где нашел, ну, так уж повелось, что я никогда не выбрасываю никакие пружинки, например, вот это, наверное, с какой-то авторучки, я их себе в одно место скидываю и отрезал по нужному размеру. И теперь собираю уже теперь вместе с пружинкой. Значит, если так правильно собрать, то тогда все отлично работает, фиксируется. Значит, что еще нужно? В принципе, уже можно попробовать. Я все поставил на место. Закручу сейчас один винт хотя бы для того, чтобы можно было проверить, действительно ли все работает, включается, все ли функции сработают. Так, включаем розетку. Сейчас работает без боя. Сейчас с боем. Ну, в принципе, все работает. Можно отдавать клиенту. Если переключить вот так, то молоток работает, а вращения нет. Ну, по сути дела, закрываю, закручиваю все винты и отдаю клиенту.